Друзья, всем привет! Вы на канале «Просто посылка из Китая». Сегодня будем с вами открывать вот такой тубус. Что внутри, сейчас и увидим. Поехали! Покупать на AliExpress безопаснее с Ali Tools. Рейтинг доверия продавцов. История цен. Популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. Посылка была у нас с трек-номером, приехала вот в такой вот все упаковочке. Кому интересно, кто занимается блогами или кто фотографирует какие-то предметы, я думаю, этот товар будет интересен. Мы сейчас с вами все это протестируем, посмотрим. Постараюсь аккуратно распаковать, думаю, это будет сложновато сделать, потому что вот в таком все виде приехала такая большая бита. И поэтому была такая доставка. Заказывал на AliExpress, актуальная ссылка будет под этим видео в описании. Давайте открывать. По распаковочке оказалось не так все сложно, просто вот отсюда срезал боковинку и достаем. Здесь у нас находится, друзья, специальная ткань, с помощью которой можно делать интересные фотографии или просто снимать видеоблоги ваши, если вы занимаетесь распаковками. Суть в чем, у нас, сейчас открою, покажу вам полностью. Когда вы ложите на стол какой-то товар, начинаете снимать, у вас это освещение, появляются блики, и всегда это не очень удобно. Поэтому вот китайцы придумали специальный такой материал, который поглощает свет и, в принципе, дает хорошее отсвечивание и рассеивание. Размеры у этого материала 60 на 125, в принципе, хватит на стол положить, и все будет комфортно. Есть разные цвета, синий, зеленый, красный, и в основном берут такую пленку, я не знаю, с чего это сделано, фотографы, потому что она не дает бликов при снимках. Я попробую, конечно, сфотографировать что-то и вставлю вам уже непосредственно в видео, что у меня получилось. Вот такого вот большого размера на 125. Смотрите, она выглядит как пластик просто. И я хочу сказать, что ее можно мыть. И, в принципе, реально по свету все хорошо. Вот смотрите, даже так нет никаких бликов особых таких, и материал, который действительно практически будет вечным у вас, если будете аккуратно обращаться. Разные цвета есть, приложу фотографии, возможно, это теперь станет моей подложкой для видеосъемки, если буду снимать сверху камерой, а также буду делать фото каких-то товаров либо на заставку, либо еще куда-то. Буду с вами прощаться, желаю всем здоровья, классных, интересных покупок, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, всем пока!